Черкесами называется племя в Средней Орде киргизов, которое во время своего кочевья зимой обычно располагается на восточном берегу Каспийского моря. Это племя насчитывает до 15 тысяч человек обоего пола. Теофил Лапинский, Тефик Бей. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских, 1863 год. Удыгейцы, Удыге, до 1956 года удыхейцы, а также удыхе, один из коренных малочисленных народов Дальнего Востока, антропологически относятся к байкальскому типу монголоидов. В Крыму же 600-ми годами раньше того, как Дьячков Тарасов сделал записи абадзихского предания, располагалась одна из резиденций Золотой Орды, и тюрки являлись значимой составной частью его населения. При этом Едыге, который участвовал в разделе Тубы-Хяс, автоматически отождествляется с историческим Едыгеем, правителем Золотой Орды в 1399-1419 годах. Аслан Шазза, к схожести адыгской фамилии Едыгши и исторического имени Едыгей, 2018 года. Едыгей, пытаясь восстановить былую мощь Золотой Орды, осаждал Москву, воевал с давнишним врагом своим, литовским князем Литовтом и лишь незадолго до своей смерти заключил с ним мир. Погиб он в 1420 году в борьбе с одним из сыновей Тахтамыша Тизенгаузен, 1884-553. Арабский писатель Эсахави сообщает об этом следующее: умер великий эмир в Деште, Едыге, распоряжавшийся управлением сарая и Дешты Кипчака. Султаны при нем носили только имя, но не имели никакого значения, Валиханов, Т. 29, 1904, С. 224. По казахскому народному преданию, Едыге похоронен на горе Адигитау. Адыги, Ру, Едыге Мангит, 2011 год.